маскараде Джеймс Крис с медалька на Новый год привлек светной плакат. И вот он вечером идет на шумный маскарад. Носатого снеговика узнали все тотчас. Ему кричат издалька: вот это высший класс, вот это маска, посмотри, все мнения сошлись. И вот снеговику жюри вручает первый приз. Аплодисментами смущат, сказал он: господа, простите, я таким рожден, я был таким всегда. Я настоящий снеговик. Не верим, говорят. А ну-ка, говорят ему, снимите свой наряд. Как вдруг поверите ли вы? Кап, 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 кап. Он начал таять с головы. Он вдруг совсем ослаб. Хватает под руки его. Он тает на глазах. Уж он не видит ничего. Уж силы нет в ногах. Я болен. Можно мне присесть? Чуть слышно он сказал. Там где-то холодильник есть. Скорее его в тот зал. Туда его, туда его. Наряд без лишних слов. Он посидел там полчаса и вышел жив-здоров. Ура! Спасибо! Очень рад! Благодарит он всех и, покидая маскарад, шагает прямо в снег.